здесь хорошо развивает. Гэндальф. Раз, два, три. Так, сколько? 600. Ой, неплохо. Вот, пробиваем дальше стену. Давай, 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 давай. Да, дуда, дуда. Да, дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы играем в Бурито Бизон. И давай, значит, Гарри в бабочке шлепнем его. Вот так, получил по щам, и наш бизончик летит вперед. У него огромнейшая скорость, смотри. Это просто, я не знаю, неимоверная скорость огромная. Смотри, как он прыгает, да? О, получили деньги, 400 монет. Это очень неплохо, очень даже хорошо. Скорость у бизончика мощная прям. Давай. Главное попадать в этих мишек. Вот, попадаем в мишек и получаем за это деньги. Ну, естественно, и развиваем скорость. Так, попали мы в полицейского, это очень плохо. Вот, а ракетка нас спасла. И бомбочка. О! Берем перчатку и прыгаем по нашим маленьким желейным мишкам. Давай, 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 пробей, пробей. Ах, не пробили мы стену. Вторая стена у нас слишком такая даже еще пока мощная. Заработали мы 2000. Ну, неплохо. 18 тысяч у нас получается. Так, давай в этого сейчас попадем. Раз, два, три. На, получай. Есть. Вот это молодец. О, бочки. Раз, два, три. Вот это скорость. Смотри, что она творит, а. Пробивает первую стену. Тут зафигачивает вот этих ребят. И вообще у него скорость вообще мощная очень. Быстро-быстро мы движемся. О, давай-давай. Только полицейского не попади. О, ракетка, хорошо. Спасибо. О, перчаточка. Раз, два. Пробили стену, отлично. И здесь этих желейных мишек мы сейчас будем мочить. Бомбочка, спасибо. Вторая бомбочка, отлично. Давайте, желейные мишки. Сколько вас тут? Не сильно и много, в принципе. Ой, полицейский. Откуда ты взялся вообще, а, полицейский? Алло. Ну, кто-нибудь, где-нибудь, что-нибудь, давайте. Эх, никто не прибежал на помощь. Смотри, красный тут, синий, желтый. И они с молотками разбили стену и смотрят злобно, злобно на нашу девочку. Так, Бизон Бурито, давай. На счет три. Раз, два, три. Фигач. Молодец, выбили. Сколько получили денег? 1100. Нормально, вообще. До этого 180 получали. А, профукали мы деньги, короче. Деньги лежали. Вот это скорость. О, пробиваем стену вообще за... Вообще легко. Изи, изи, изи. Мы пробиваем стену вообще изи. Легко очень. Так, прыгаем. Еще раз. Ой, хорошо, ракетка. Вот, когда мы ракетку прокачаем, вообще будет прикольно прыгать на ней. Так, а ну-ка, может мы дойдем на новой стене? А, да-да-да-да, нам нужно стену пробить. Опа, есть, пробили. А тут смотри, какие медведи-то ходят, желейные. Фиолетовые, да? Опа, есть, один, второй, третий, и все. Все, дальше никак мы не можем пройти, только девчушкой. Только девчушкой мы пробегаем здесь, хорошо. Ладненько. Заработали 4000, тоже неплохо. Так, Бертаник у нас, да? На, получи по щам, есть. О, прыгаем. Ракетка, хорошо. По этим тоже мы попрыгали. Смотри, как она нормально прыгает, да, высоко. О, пробили, пробили стену, хорошо. А что нам это, постоянно 600... Если мы пробиваем стену, нам что, 600 монет дают или что? Что-то я не понял. Нет, смотри, здесь 400 всего лишь, да? Так, хорошо. Ох, все, скорость что-то теряем, что-то теряем скорость. Давай, ускорься, ускорься, давай, девчушка. Ох, деньги, деньги, деньги были, смотри. Вот такие вот желейные мишки. Все, желейные мишки убежали, мы стукнулись об стену. Угу, да. Ух ты, 3000 заработали, нифига, неплохо. Кстати, ты смотришь, и мы прям нормально стали денег зарабатывать. Прям-таки нормально, смотри. Сейчас посмотрим, если она заработала 3000, то посмотрим, сколько этот герой, бизончик наш, заработает. Так, давай прыгай. Да, ну здесь ему еще улучшаться и улучшаться. Нифига он сколько раздавил, много. О, молодец, деньги, сколько там, 400 монет, нормально.
Смотри, какая скорость у него бешеная, да? Ой-ой-ой, ракета, зачем ты мне отсюда подсунулась? Я хотел взять перчатку. Пробили, пробили, молодцы, давай дальше. О, а, Гендальф, Гендальф. Ракета, отлично. О, еще одна была взрывчаточка. Вот такие вот желейные мишки, которые от нас убежали, и мы играем дальше. Так, сколько заработали? 4000, ну, неплохо, а всего 34. Ладно, мы сейчас на что-нибудь да заработаем. Так, Бертаник, давай, раз, два, три, на, получи ударом по щам, опа. И прыгаем дальше по нашим желейным мишкам голубеньким. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Бомбочка, отлично, подбросила. Пробиваем первую стену. И сейчас скоро пробьем вторую. Наверное. Ну, должны, по крайней мере. Может, нет. Ракетка, хорошо. 600. 600 денежек заработали. Еще один взрывочек. Фух, давай еще, давай, ну давай, немножечко. Пробивай стену, давай, молодец, дальше. А здесь у нас, смотри, какие желейные мишки, да? Во. Давай, 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 прыгай, прыгай, прыгай. Есть, еще, 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 еще. Эх. Все, она устала. Она легла спать. Сколько, сколько, сколько денег? 4000. А, смотри, магазин открылся, что там мы можем купить? О, Тедди Факел. Да, давай его купим. Будем выше взлетать. Хорошо. Прокачали мы Тедди Факел. Так, Бертаник. Давай тебе на счет 3. Раз, два, три. Получай. Есть. Хорошо. Бизончик молодец. Вот это скорость. Вот это молодец. Давай, прыгай. Прыг. Прыг. Бомбочка. Так, какого там мы там улучшили? Ты не помнишь? Я хочу сейчас посмотреть. А, прыгалку мы же улучшали уже, да? Да. Ух ты. Ай-яй-яй, профукал, профукал. Ай. А, мы вот это вот... вот этого чувака с ракеты мы прокачали. Ой, давай, пробей, пробей, пожалуйста. Эх, застрял, застрял в шоколаде. Ну, ничего страшного. Потом мы прокачаем. Чтоб не застревать. Так, а ну-ка, Бертаник. Раз, два, три. Конфетный чувак. Все-таки увернулся, да? Ладно. Увернулся, так увернулся. Прыжки. Где у нас эта ракетка? Я хочу проверить. Вот у нас. Давай, давай. Ах, мы не добежали. Ну, сейчас, как всегда, знаешь, прокачали какое-то улучшение. И потом фиг до этого улучшения добежим. Вот, полицейского, да, без, да, пожалуйста, полицейского. А вот ракетника, ракетника нету. О, взрывочек. Так, перчаточка. Раз, два, три. Отлично. Так, что у нас здесь? Скорость стена, кстати. Во, смотри. Да, чуть-чуть стали выше подниматься. Чуть-чуть, несущественно, конечно же. Чуть-чуть, ну, может быть, процентов на 10. В лучшем случае. Ой, в стену врубились. Ну, ладно. Ничего страшного. Сколько заработали? А заработали мы почти что 4. Ух, это хорошо. Конечно, мало, ну ладно. Так, давай мы тебя сейчас вот так вот будем делать. На, получай. Теперь уж точно мы в тебя попадем. Не увернешься никак. Так, бизончик, давай, прыгай. О, раз, два, три. Нифига мы как стену успели пробить. Ух ты, супер скорость. 116 у нас, офигеть. А вообще максимально у нас 135 было, да? О, нормальненько, нормально прям. 99. Ох ты, пробили, 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 заработали денежек. Давай, 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 давай. Здесь, вот здесь хорошо бьем их. О, ракетка, спасибо. Давайте, мишки. О, еще, еще. Раз, раз, два, три. Да, бизончик недалеко допрыгивает, конечно. У него силёнок не хватает. Конечно. Но заработали мы почти что 5, почти что 6. Фига. Да, стали мы зарабатывать больше. Так, Бертаник.
Последний удар, да, в тебя? На, получи. Последний удар. 1800 бертаник стал приносить. Там вообще нормально. Опа, давай-давай хотя бы какую-нибудь... Что-нибудь интересное. Вот так. Поехали. Вот это бешеная скорость. 105 была. Вот, у нее... Она молодец. У нее прям скорость здесь хорошо развивает. Гендальф. Раз. Два. Три. Сколько? 600. Ой, неплохо. Вот, пробиваем дальше стену. Давай. Давай, чувиха, давай. Я в тебя верю. Раз, два, три. Еще прыгай, прыжочек. Пожалуйста. Эх. Тоже далеко она не допрыгнула, так же, как и Бизон Бурито. Бурито Бизон или Бизон Бурито, без разницы. Давай еще раз. Еще раз и... Это... А, Гарри в бабочке, смотри, появился. Сейчас мы его тоже стукнем. Раз, два, три. На, получи. Получил или нет? Мне кажется, нет. Ладненько, посмотрим. Ох, денежку, 400. Еще одна денежка. Что-то мы вообще не получаем денежку. О, ракетка есть. Повыше. Нам нужно повыше. Пробиваем стену. Дальше у нас идут медовые желейные мишки. Папа, отлично. Отличный прыжок. Давай, прыгай, хорошо. Зарабатывай денежек. Ой, Гэндальф. Гэндальф сверху был. Да. Не добежали мы до него. Так, о, ракетка. Отлично. Пробиваем стену или нет? Эх. Да, не пробили даже мы эту стену, потому что слабая была скорость. Сколько? 1700. Тоже весьма неплохо. 1700. Так, Гарри в бабочке. Давай мы его тебя сейчас стукнем, подожди. На, получай. Есть, нифига удар. Молодец. Вот это она молодец, она может. Ананасовый. Ух ты. Раз, два, три. Вот это классная штука. Плохо только, что три удара только у него есть. Давай, прыгай. Что-то мы мимо все. Деньги, есть. 400 монет, хорошо. Еще 400 монет, круто. Мишки Гами. Во, пробили. Дальше прыгаем. О, а здесь почему-то вообще мало кого. То есть... Тут мало кто есть, смотри. Да. Здесь только эти желейные мишки, и то их совсем немного. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем до новых встреч на канале Duda Play. Всем пока.